Дай-ка угадаю. Ты должно быть Бен, верно? Вставай! Чего тебе надо? Я здесь уснуть пытаюсь. Это тот парень? Бен, ты говорил властям, что знаешь о происходящем. Что ты им говорил? А ты еще кто такая? Я пытаюсь найти своего парня. Его зовут Джон. Он работал в филиале Umbrella, расположенном в Чикаго, но неожиданно пропал 6 месяцев назад. До меня дошли слухи, что он может быть в этом городе. Я ничего не знаю. А даже если б знал, то с какой стати мне тебе об этом говорить? Ладно, оставим его здесь. Кто-нибудь знает, где ключи от этой камеры? Да как сказать, офицер. Но я не собираюсь покидать эту камеру. Здесь бродят не только зомби. Что это было? Как я и сказал, я из этой камеры ни ногой. Убирайтесь отсюда, пока оно вас не достало. Я никуда не пойду. Я единственный полицейский, кто здесь остался в живых. Что? Слушай, если ты хочешь жить, ты должен идти со мной. Но ты знаешь, как выбраться из города? Здесь неподалеку есть водосточная канава, в ней люк. Двигайся туда и найдешь канализацию, но это будет не так легко. Хорошо, иду туда.